Если не можете найти носки, мы вам поможем. У нас есть особая команда, которая найдет ваши носки, ваши брюки. Поздний обед, а завтрак уже стынет. Доброе утро, вам говорит солнце. Доброе утро, вам говорит сосны. Доброе утро, вам говорит небо. И даже эта маленькая черная собачка. Просыпаемся, просыпаемся. Вот бодрое лицо. Улыбка на все лицо. Говорил. Трудный бой впереди, музыка и завтрак. Всем подъем, быстро! Раз, два, три, четыре, взяли и подняли. Раз, два, три, четыре, взяли и одели. Раз, два, три, четыре, а вот и с кровати вылезли. Особенно для вас сегодня, как это называется, трубадуры из Каргастана. Киргизстана, мы вас будем и развлекаем. То есть вылезаем из кровати. О, одно лицо вылезает из дверей. Очень прекрасно. Прелесть просто. Да, мускулы и красота вместе. Это просто прелесть. Дорогие люди, пожалуйста, там завтрак вас уже ждет. Для утренней гимнастики уже поставлено. Все, которые не хотят завтракать, могут идти танцевать, потому что диджей Мартин Бейтиш уже поставил диско. И все могут, о, люди уже, как сказать, с утра уже, у них уже трапеза, но парни, там лучше еще что-то. Очень трудно, то есть если сегодня с утра уже очень трудно. Просыпаемся, берем штаны и идем за пайкой. Так, сейчас в этом домике не вижу никакой активности, но не вижу ни одного и в домике. Но другие домики, где кто-либо есть, пожалуйста, просыпаемся и выходим по одному. Руки поднять за голову и за миской в столовую. Так, еще один проснулся. Очень хорошо. Трусы фильм Гуччи, что показывает, что человек весьма уважаемый и только что проснулся, но без штанов. Всем стол! Всем же хочется карбонат! Всем же хочется немножко кетчупа на их жизни. То есть делаем это утро прекрасным с тем, что будем есть. То, что нам есть, есть. Посмотрите, какой прикольный слоган получился. И теперь прекрасная сирена. Просыпаемся, просыпаемся и идем завтракать. Потому что нет ничего лучше, чем завтрак. Завтрак считается самым, как сказать, лучшим образом, как начать этот день. Если хорошо поели, значит, хорошо поели. Тот, кто плохо поел, несчастен и сразу несчастен. Но тот, кто поел, нравится всем. Доброе утро, Ива. Доброе. Все поднимаются. Все, быстро, автобусы, они же тут, они же ждут, пожалуйста, быстрее. Шаг за шажком, помчались к автобусам. Там нас ждет экскурсия.
Великолепное, прекрасное, невиданное, неглазейное, не знаю, такого слова, наверное, нет на русском, но все-таки помчались к автобусам. Kokiu veidu? Labą dieną. Milda, laikyk ten vietą, tai būtų gerai. Labas rytas. Kaip šį vakarą nesimatė? Valdukas. Žmogus atsakė, tiesiog tiesiai iš vies. Боржетой карной сегодня. Как грибы сегодня дали, Марин. Я еще добрый дискотеки очень. Thank you.
Плавка видна? Так. А це є найвисоке місце. Стріл дуже добре. Бедрені штани, ну, як-то відносно серо зробили. Ну, ми теж не блестим в цьому році. Больше як... Заклянут уже. Богатки уже бросают. Нет, нет. Да сейчас дарта кирпичу. Собраны изделия разные, маячные и на буях, которые стояли на береговых навигационных сооружениях. Это все, что вы видите, это старье. Оно снято с эксплуатации, вместо них стоит или аппаратура на вее, или сняты совсем с эксплуатации. Вот начинаем отсюда. Вот это два радиомаяка. Это радиопеленгатор, при помощи которого на судне их пеленговали. Радиомаяк выдает электромагнитные волны, и их на определенной частоте пеленговали. Ну, как вы могли точно настроить пеленгатор на звук, вот так вы могли определить направление в порт, в какой-то порт. Или, пеленгуя двух этих радиомаяков, можно было на перекрестке по пеленгам найти место судна. Такие стояли, начиная от Вентспилса до конца, до границы с Польшей, значит, Балтийские, такие 6 штук стояли. Сейчас они сняты с эксплуатации, сейчас работает сюда только аппаратура GPS. Которая несравненно точнее. Стынька! Кайп ищет, а? Венуть их. Нет, поплавай. Стынька! Кайп ищет, а? Венуть их. Нет, поплавай. Спасибо. Trečią dieną vieną. Nesakau, kad lengva. Nesakau, kad lengva. Kaip ramu, nupėda. O, du. Edikos lavytis. Ant horizonto, imkai pamatysim. Va, tiesiai dabar. Kur Ramulės, jeigu iš manęs žinai? Čia ten kepurys Ramulio paimtų. Vot, 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 da. On buvo vajinim, šis jau na ūkį pavirdo. Na, jie toši. Taip pat namų nerabotų. Da, da. Что вы там будете пить? Будьте покорны. Айте? Айте? Айте?
No niin, terve seksi. One dance. Вот я вас. Еще один гудок и стихнет шум вокзала. Еще один гудок и поезд отойдет. Быть может через год меня ты позабудешь, быть может, через год другого ты найдешь, быть может, через год меня ты позабудешь, быть может, через год другого ты найдешь. Thank you.
музыкальный день. Да, есть очень хороший музыкант, но он не знает литовского фольклора. Начнем с другого. Да учите ему песню, он научит вам семь. Расаса, айриласа, айралласа, айчимлай, руды, ралала. А там уже как получится. Так, вот это мы спокойно. Так, и начинаем вместе, и мы затихаем, вы продолжаете. Три, четыре. Dumže, daj, lide, kurca, uride, nak, ti guljaj, rila, saj, rala, saj, džimla, rud, rala, la, aj, vir, 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 bum, 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 rasa, saj, rila, rud, rala, la, rasa, saj, rila, saj, rala, saj, džimla, rud, rala, la, aj, vir, bum, 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 rasa, saj, rila, saj, rala, saj, džimla, rud, rala, la. Sakom spalvoti, nu, ja, ja, kolor, o čia opa latviškai. Latviškai spalva reiškia, kad pašiūnė yra spalva.